10 декабря 2017 год. Город Харьков, плюс 10 у нас в Харькове. И это у нас площадь Театральная. Только давеча узнал, что Театральная, она ровно до середины этой аллейки, а дальше идет площадь Поэзии. Я всегда считал ее полностью площадью Поэзии. Так, это улица Сумская, это у нас театр державный, весь Курбас. По-моему, весь Курбас — это тот, кто к расстрелянному поколению относится. Не, расстрелянное ведро Женя. В Харькове на улице Культуры есть дом слова, построенный в 28-м году для писателей. И там на 60 квартир 33 расстрелянных, 12 отправленных в лагеря и двое покончивших жизнь самоубийством. О, это палестинцы протестуют против признания Трампом Иерусалима столицей Израиля. Идем смотреть на елку.